Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по игре Pudding Monsters. Головоломки про пудинги. Пудинговые монстры. У нас третья глава, это окрестности, и как видим, следующий раздел, вот у нас стоит 3200 монет. Они есть, это хорошо. Но очередные 10 уровней сегодня постараюсь пройти. Итак, 11-й. Оп. Ознакомьтесь, Око. Еще раз. Получается, пудинг потерял глаз, да? То есть мы вот так вот, получается, глаз ищем. Потом уже с ними встречаемся. Здесь у нас три условия победы есть. А именно вот на 3 звезды, на 1 и на 2. Так что все постараемся получить. Так, смотрите, вот так еще можно сделать. Вот так. Это вот 2 звезды. Ну и нужно как-то одну придумать. Подождите, а как же ее придумать? По-моему, проще простого. То редкое чувство, когда вот прошел уровень легко. Обычно уже здесь с уровнями проблемы с прохождением. Итак, мне кажется, если просто его вот сюда вниз отправить, да, вот... Видите, он улетит. Но я знал, как бы просто уточнил. Так, как же делать? Получается, ага, вот, получается, можно сделать так. А они вместе? А, нет, они не вместе. Значит, вот так. Вот так, вот так. И вот так, ничего себе. Целая наука. Тут тоже три условия победы. Без звезд и с одной звезды. Звездой, хорошо. С одной звездой. Интересно. Ну, однозначно нужно так делать. А здесь получается вот так. И это одна звезда, да? А теперь вообще без звезд. Нужно подумать, как же без звезд сделать. Так, смотрите, вот так я делаю. Вот, точно. Опа. И вот так. Все, это наш пудинг без звезд. Второй уровень подряд пройден легко. Что же будет дальше? Я в шоке. Я уже предчувствую. Ого! Ха-ха, обалдеть. Так, тут глаза. Ой-ой-ой. Как-то вообще интересно получается. А, видите? Так, подождите. Он их все собрал. Нет, не все. А как же быть тогда? Не-не-не. Чего-то здесь не так. Их можно по очереди, видите, собирать. То есть так, 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 так. Я уже думал переигрывать, этот уровень придется. Ну, в общем, без звезд, да, условия. Тут 4 уже условия. Первое выполнил, по идее, самое простое. Ой-ой, так. Наверное, вот так, смотрите-ка. Ага, и сюда, да? Еще монетку получил. Просто на 3 звезды я как делать не пойму. Как на 3 сделать? Ладно, не будем забегать вперед. Это на 2. Все равно условие такое нужно. 1 звезда и 3 остались. Так, думай, думай, думай. Вот, допустим, так, да? Теперь. Вот так, наверное, точно. Все, вот 3 звезды будет. То есть 3 звезды вообще легче всего, оказывается. А теперь с одной. Хорошо, пробуем с одной. А, по идее, вообще проще простого тоже. Я почему-то как-то сразу думал, что будет тяжело. А, вот, 1 звезда. Шикарно. И корона получена. Продолжаем. А затерянный в лесах. Вот, допустим, так. И вот так обязательно, да? Оп, все, без звезд. Тут тоже 4 условия. Первое, самое простое, мы уже выполнили. Так. Подождите. Вот так. Дальше. С одной звездой выполнилось.
Ха, и домик сверху прикольно. Так. По идее, наверное, так не надо было делать, да? Хотя... Я ж потом не смогу сюда вверх попасть. А, засада. Не, не смогу. Никак, все. Переиграю. Однозначно так не нужно было делать. Так. Как же на 3 звезды сделать? Ого. А, смотрите, можно вот так. И обратно вернуться. Вот так теперь. Вот так, вот так. И вот в зависимости от того, в какую сторону я поверну, можно сделать с 2 или с 3 звездами, да? Ну, с 2 нужно теперь с 3, тем более я уже знаю как. То есть раз, и обратно. Раз, раз, вниз, вниз, и 3. Все, супер. Пока как-то идет довольно-таки легко. Ого, подождите, а здесь что, всего одно условие победы в этом уровне? Особо опасный там что-то. Наверное, особо сложный уровень. Так, они спят, да? Так вот. Так. Не понял, так. Так, смотрите-ка. А, получается, пока я не будин, я их не бужу, да? А вот теперь я их раз и разбудил. А, ничего себе. А, видите, здесь одно условие победы. Класс. Сразу корона. Ха, обалдеть. Супер. Ты моя половинка. Даже с первого раза прошел, да? Ты моя половинка. А, так. Ты моя половинка. Блин. Как же быть? Вот так. Нет. Это сложно. Не-а. Неправильно. Неправильно. Ты моя половинка, блин. А, вот так. Нет, тоже не так. И никуда, видите? Блин. Как же здесь быть-то? Может... Может так как-то? Да он в ловушку же залазит. Не пойму. Видите, никак. Опять я его загоняю в ловушку. Вот вам и сложный уровень. Так, нужно думать, как же мне его туда доставить. А, тут же есть вот лес, ну, вверху. А я почему-то не увидел. Вот. Все, отлично. А я лес не увидел, думал, как его вывести. Здесь тоже всего 2 условия победы, то есть мало. Теперь вообще без звезд нужно, да? Получается, это, по идее... Ой. Неправильно я сделал. Ладно, сделаю так, чтобы монетки получить, и переиграю. Вообще без звезд. То есть... Так, так, так. И просто вверх. Все. Главное было понять. Супер. Глаза против льда. Ого. Тут у нас нет слишком много ходов на раскачку. Получается вот так вот. Вот так, да? Вот так. И вот так. О. Вот 3 звезды. А здесь всего 2 условия. 2 звезды или 3. И, в принципе, я их все уже нашел, да? То есть, правильно, сразу походил. Так, стоп. Так, 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 так. И вот 2 звезды. На удивление, с первого раза раскусил. Хоть давно уже не играл в Padding Monsters. Но вот, видать, просто такой раздел сейчас более-менее легкий. Так, а здесь... Ой... А, по идее, они же не должны сейчас, вот, да? Телепортировать меня... Ой, подождите. А как? Ага. А как? Ой-ой. А я не помню, как они действуют.
Как же они действуют? Монеток поддают. Как мне туда попасть? Ой. А, тю. Они же все сдвигаются. Я забыл. Вот так. Ой. Все, вспомнил. Вот вам три звезды. Тут тоже два условия. А теперь вообще без звезд. Ну, вообще без звезд теперь просто вниз, да? А я просто не понял, как вот они. Тю. Я пытался глаза сдвинуть. Смотрите, так вот. И вообще без звезд. Небольшая заминка. Так, такая стена получилась, да? Так, сколько это уже уровней? А, 18. Класс. Довольно-таки быстро сегодня получается. А все сделать... Ого! Типа, что это? А, отскакивает, да? Понял. Ха, класс, 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 класс. Еще одни новые препятствия. Тут тоже два условия. Вот почему так быстро сегодня, потому что условий вот меньше, чем обычно. Так, так. Так, и вот два. Ха! Вообще обалденно. Так, ну по идее последний уровень сегодня. А, 20-й, ну 10-й сегодняшний, 20-й в этом разделе, в этой главе. Так, смотрим. Получается... Ага. А что же это получается? Надо подумать. Так вот. Так, наверное, да? Так. Ой, а этот никак. Я неправильно с ним сделал. Ай, неправильно, видите, все, понял. Получается, нужно... Нет, опять не так. Скорее всего, нужно вот так. Может, вот так. Ай, а он будет отскакивать, да, по идее? Ладно. Хотя бы на одну звездочку пока. А тут 4 условия, ничего себе. Понял. Да, как же тут быть? Так, так, это понятно. Так, наверное, так может. А, вот, так, стоп, это две, да? Точно, две ж нужно было тоже. Хорошо. Вот на три будет тяжело. Ну и без звезд, в принципе, тоже тяжеловато. Хотя, мне кажется, без звезд нет. Без звезд нормально будет. Вот так вот. Вот и без звезд. А теперь самое сложное. На три звездочки это все дело попробовать как-то сделать. Так, раз. Интересно, интересно. Как же тут быть? Пробую симметрично все делать. Так. Нет, неправильно. Теперь этот никуда не пойдет. Хотя... Ай, не. Не, никак. Странно. Получается, сверху я как-то тут не так делаю. Может, тогда так сразу. О, так вот же. Ха, такая же фигура, только с тремя звездами. Вот и отлично. Так, я, конечно, быстро прошел эти 10 уровней сегодня, но не буду нарушать традицию, на этом и остановлюсь. А в следующем выпуске начало экскурсии по городу. Ну и, в принципе, еще много уровней у нас есть, которые можно будет пройти. А на сегодня с вами прощаюсь. Если вам нравится Padding Monster, Monsters и наши летсплеи, поддержите это видео своим лайком, скачивайте себе и развлекайтесь. Не забудьте поставить лайк. Пока-пока.